специальное предложение сегодняшнего дня. Такого не было никогда, но 10 августа мы представили вам из осенней коллекции ботинки в размерном ряду до 44-го. И они стали необыкновенно популярными. Сегодня и только сегодня мы представляем вам в коллекции осень-зима 2022-2023 восхитительные ботинки, которые согреют вас до минус 25 градусов, обеспечат вам безопасность и при этом размерный ряд, внимание, от 37 до 44-го. Вот она, наша красавица, парижанка. Можно смело ее назвать. Госпожа Гарова знает все об обуви, потому что она модельер, технолог, дизайнер и обувщик в третьем поколении. Еще раз, госпожа Гарова, здравствуйте. Доброе утро, Анжелика. Почему же сегодня уже все рекорды побиты? Почему все хотят наши трекинговые ботинки? Да, вот у нас второй час, а уже один цвет у нас полностью закончился, поэтому успевайте, приобретайте для себя стильные трекинг-ботинки из натуральной кожи, с двойной подстройкой. У нас здесь функциональная молния и функциональная шнуровка. По ноге идеально фиксируются и станут настоящими зимними вездеходами. Это настоящий внедорожник для ваших ног. Натуральная шерсть внутри, которая будет согревать до минус 25 градусов и, конечно же, обеспечит сухость и здоровье для ваших прекрасных ног. Гибкая подошва, термопластичная, с антискользящей поверхностью, подарит уверенность при каждом шаге. Носите их каждый день, и любая погода вам в радость. Один цвет уже распродан, и это прекрасно, потому что муки выбора тут уже вас не будут терзать. Да. Либо светлый бежевый, либо классический черный трекинговые динамичные ботинки, которые позволят вам совершать долгие прогулки. Знаете, криотерапия, которая позволяет жительницам севера оставаться долго молодыми, потому что они много времени проводят на морозном свежем воздухе. Но что же будет защищать нас до минус 25 градусов? До минус 25 градусов нас будет защищать вот этот потрясающий мех. Кстати, одно из самых главных условий, да, чтобы у нас внутри была стелечка вкладная, которая как раз, это у нас овечья шерсть. Но, ты знаешь, мы, Анжелика, сначала давай поможем нашим дорогим телезрительницам правильно подобрать для себя размер, а потом уже, да, мы с тобой и поговорим про качество натуральной шерсти. Итак, я сейчас возьму сантиметр. Одну секундочку. И напоминаю, от центра пяточной части до центра большого пальчика делаем замер. У меня, кстати, 40-й размер, по-моему, да? Это 41-й. 41-й. 27 миллиметров. Должно быть 27 миллиметров. Вот посмотрите, да? Вот вы видите, 27 миллиметров, и даже есть еще небольшой запас в носочке, да? Это для того, чтобы вы могли надеть на себя еще дополнительно теплый носок. Стильные ботинки из натуральной кожи. О чем это говорит? Как мы выбираем размер? От 37-го до 44-го такого не было за всю историю. Я думаю, что российского телешопинга самый роскошный размер – это 42-й, но у нас есть еще и 43-й, и 44-й. И, кстати, что касается бежевого, то в 44-м там остается буквально считанные единицы, то если не последняя пара. Все уточняйте у оператора колл-центра, звоните нам, не теряйте ни секунды. Предложение редкое, цена исключительная, вне конкуренции. Цены на телеканале Shop & Show вне конкуренции. 4999 рублей, но цена действует только сегодня или пока ботинки Джедит есть в наличии. Один цвет распродан, посмотрите, какой черный. Ну, цвет респектабельный. Цвет, который сам по себе премиальный. Самый, что ни на есть, классический. А вот это один из популярных цветов. Бежевый, напомню, бежевый цвет у нас является лидером 2022-2023 года. Так, я сейчас провожу эксперимент. Анжелика, смотри, зажигалка, которую я буду сейчас поджигать поверхность нашей натуральной кожи, ничего не боится абсолютно. Посмотрите, вожу сейчас в пяточной зоне, просто подальше, чтобы от ниточек, чтобы нитки не сгорели. И вот хочу сделать акцент на том самом месте, который я только что подожгла. Смотри, ничего не боится, то есть это 100% натуральная кожа, которая будет обеспечивать вам мягкость, комфорт, которая будет обеспечивать воздухообмен для ваших прекрасных ног, но, естественно, будет долго служить благодаря тому, что натуральная кожа у нас служит годами. Бежевый цвет, он сейчас является абсолютным лидером, и давайте же почитаем и узнаем, что думают наши покупатели, наши зрители о нашем главном товаре дня. Ольга Петровская из Волгограда написала: классные ботинки, мне нравится такой стиль, я всегда много хожу пешком и с внуками, с собачками своими гуляю, поэтому для меня это оптимальный вариант. Ольга, спасибо вам огромное, это действительно оптимальный вариант, соотношение цена-качество беспрецедентное, внутри натуральная овечья шерсть, кстати, овечья шерсть содержит
ланолин, который через кожу попадает в наш организм, даже регулирует артериальное давление. Ты знаешь, у меня зимние ботинки именно внутри согревающая овечья шерсть. Да. Я никогда в жизни не променяю ни на какую другую. Ну, потому что натуральная шерсть, это у нас пошло что? Натуральный мех, который просто облегчили, да, который почистили, покрасили и нанесли на трикотажную основу. Для чего это делать? Для того, чтобы наша обувь была гораздо легче. А все условия, да, все свойства натурального меха сохранены. То есть здесь минус 25 градусов, сохраняет тепловой режим с абсолютной легкостью, естественно, обеспечивает циркуляцию воздуха, улучшенный кровообмен. И что мне нравится, да, что натуральная шерсть, она еще такой микромассаж для наших ног. И да, содержание ланолина, я, знаешь, всегда так говорю, благодаря содержанию ланолина ваши пяточки всегда будут как пятки младенца. Какая прелесть! Да. Более 70 человек к нам присоединилось в нашем предыдущем утреннем эфире. Присоединяйтесь и вы. Смело выбирайте размер в размер ботинки Джедит для своей первой покупки. Особенно, если ваши размеры 43, 44. Кстати, Виктория Лопырева, Мария Шарапова, а вместе с ними и Моника Белуччи, многие другие звезды, обладательницы редких размеров ноги, 43, например, так же, как и вы. И подобрать обувь удобную, комфортную и, самое главное, безопасную. Да. Какая же здесь подошва? Здесь у нас используется в нашей коллекции термопластичная подошва, которая не боится никаких температурных режимов, даже минус 50 градусов, она все равно остается мягкой, эластичной. Это одно из главных условий для того, чтобы такая подошва не скользила. Итак, мягкость подошвы компенсирует удары, динамическую нагрузку, позволяет двигаться много и с удовольствием. Все-таки у нас трекинговая обувь. Морозостойкость. Ты зимой замерзнешь, когда не двигаешься. Да, легкость, естественно, да, то есть она снаружи у нас плотная, а внутри есть специальные воздушные камеры. Гибкая подошва, износостойкая, но и, естественно, обеспечивающая идеальное сцепление с любой поверхностью. Вы выходите на улицу, а там вас встречает, например, гололедица. Итак, восхитительный вариант для первой или очередной покупки на телеканале Shop & Show. Беспрецедентное предложение и уникальный размерный ряд до 44-го. Бежевый популярней черного будет распродан. Бежевый, останется только классический вариант в черном цвете. 4749 рублей цена для тех, кто хочет оплатить заказ заранее. Вы экономите еще 5%. Присоединяйтесь к нам и выбирайте теплую, надежную пару трекинговых ботинок.